Так, ну вот, на одной из рыбалок, короче, по-моему, засорился карбюратор. Лежу, искра есть. Пришлось грести на японца, это удивительно. Ну вот, разобрал. Легко снимается. Вот эта тяга откручивается. И я уж думал, тут система такая, вот фильтр снял и разобрал. Короче, вот сейчас все жидкость от карбюратора. Все, вот она. Промыл, прочистил. Ну, не знаю. Посмотрю, разобрал все. Ну вот. И увидел здесь как раз. На солнышке там видно будет. Вот написано Япон. На карбюраторе. Вот на я пальцем показываю. Япон. Там видно, не видно сейчас. На солнце может. Там, что? Вот как раз там на ярком там видно. Япон. И вот он. 677. Вот он, значочек. Где он? Вот он. 677. 08. И еще какой-то знак. Так что карбюратор японский, кто там сомневался. Ну, разобрал, прочистил. Что? Если посмотрим, что дальше. Сейчас буду ставить. Сейчас закручу шклюшку хвостового и буду ставить. Так что вот так. Не показал, как снимать. Я сам первый раз на двухтактном. На двухцилиндровом. Ладно, ничего.